Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Splinter Cell Blacklist. Итак, у нас что за миссия, я не знаю, правда. Само так началось. Ладно. Так. Избегай врагов и применяй несмертельное оружие. Сэм, обойди их с фланга, Брик тебя прикроет. Вот так. То есть мне их опять убивать нельзя. Так, схватил. Опа. Эй! На. Твою мать. На. На. Что у меня осталось? Ничего не осталось. А, усыпляющий газ. Так. Тихо. Вижу движение за ангаром. На, по морде тебе. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Что у меня осталось? Следозаточивый газ. Почему мне нельзя-то их просто перестрелять? Не могу понять, ладно. Скрутили, захватили. Вижу движение за ангаром. На. Чокер. Тихо. Так. На.
Им сейчас не до нас. Дайте мне боезапас пополнить. Так, что у меня еще есть? Сэм, обойди из фланга, Брикс тебя прикроет. На. Еще один. Газовый остался. На. Блин, блинский. А, так мне можно их убивать, а чё вы тогда? Сиськи мнёте. Сейчас мы их всех завалим. Ничего страшного. Набор оборотов. Вижу пары справа. Так. Внимание, внимание. Бойли ранен. Кайл, помоги ему. Кому? Кому помочь? Вау! Грим, поднимай паладин немедленно! Все нормально! Пусть Брикс им порулит! Садик попробует захватить самолет! Они нас не удержат, если не повредят двигатели! Я понял, подключаю к обсаду! Так, выбрать оружие, увеличить. Подождите вы. Минус один. Брикс, противник поворачивает направо. Подожди, подожди. Тихо. Прямо в точку. Где? Где, где, где? Вот это да. На сроку. Давай. Вроде выдвигается. Давай. Набирай обороты. Ракеты 70 миллиметров. На подходе. Надо взлетать немедленно. Понял. Давайте. Пока не вижу. Все нормально, он улетел. Что за мини-миссия такая? Где-то продолжение какое-то было. Перевод денег подтвердили. Ладно. Брикс, что у тебя? Отслеживаю танкер в зал. А у нас вот что-то выполнено. И что осталось у нас? Новое. Так.
Давай, американский огонь. Начать инструктаж. Спасибо. Скажи, если Оле что-то нужно. Думаю, сейчас так. Мексиканский залив, перехватите танкер, который предположительно, блин, ну что, на лодке что ли надо теперь? Брикс, свяжись с пилотом. Ты куда? Попробуй резервное питание. Опять пробую удаленку. Давай. Ничего. Опа. Давай, Чарли. Дай-ка угадаю, мы в полной заднице, и да, только я могу нас оттуда... Пилот вырубился. Брикс, давай хвост самолета. Нужно сбросить груз, быстро. Уже иду. Идите, грузовой тип. Я оставлю сообщение в черном ящике, на всякий случай. Ай-яй-яй. Сэм, грузовой отсек открыт. Воздушного командного центра был один. Давай. Если слышите это сообщение, свяжитесь с представителем... Что это за самолет такой, где 14, где 5 минут надо бежать? Нужно снизить вес! Сбрось вертушку! Давай! Давай! Вертолет в самолете! Вы что придумали? Сейчас начнется болтанка, присоединитесь! Не вариант! Застряла. Черт! Брикс, посвети мне! Ну зато смотрите, какие мы сильные вдвоем. Сам вертолет можем толкать. Ты попадешь в него сверху? Сейчас узнаем. Давай. Надо побыстрее шевелиться здесь. Вот так, так, так. Опа. Еще чуть-чуть, Сэм. Еще немного. Сэм, иди к грузовому люку. Там обзор будет лучше. Давай. Ты на месте? Вижу цель. Погоди. Так. Еще. Есть, есть. Эти шишечки. Так, Фишер, слушай сюда. Для перезапуска системы нужно вырубить питание. Шевелись, щиток под фальшполом, где-то под СМИ. Блин. Ну ничего без меня сделать не могут. Давай. Люк в отсек электротехники здесь. Идем, идем. Делай, что там надо. Гоберт, генератор отключен. Прелестно, теперь нужно войти в пике. Тащись в кабину, а то еще вылетишь через воздухозаборник. Сейчас буду. Короче, без меня вы никто и ничто, и звать нас никак. Один могу в управлении работать. Сэм, скорей. Ой-ой-ой, ну давай. А что я сделаю? Вот вы бы хоть что-нибудь сделали бы. Это рычаг, я нажми, руль, я возьми. Все, я. Какого хрена ты так долго? Закройся. Тебе повезло, что я вообще пришел. В чем дело? Он хочет все перезапустить на лету! Я бы уже все сделал, если бы этот кретин не мешал. Самолет упадет! А по-твоему, что с ним сейчас происходит? Да. Пусть попробует. Работает. Ладно. Фишер, надо восстановить подачу топлива. Если это сработает, на запуск у нас будет пара секунд. Блок ручной подачи топлива там. Как перезапущусь, тяни штурвал на себя, понял? Давай. Шанс у нас только один.
Короче, заглушил, сейчас толкача будет заводить. Один. Хоп! Турбины. Ну давай же, давай! Давай! Давай, 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 давай! Вот так. Смогли, мы смогли. Паладин, штаб 4 эшелона. Нус. Что тут у нас? Основные системы. Так, американский огонь выполнено, да? Ну давай, это получается. Так, начать инструктаж. Поехали. Давай проверяй частоты, все до одной, пока не пробьешься, ясно? Брикс, есть новости о том корабле? Не надо нам начать задание. На горящем за... Готов? Это безумие совершает. 500. Замедляемся. И 3, 2, 1... Пошел, пошел! Опаньки. Крим, Сэм, пошел. Ясно. Давай. Поехали. Это безумие. Безумие. Так, потушите пожарный терминарий сожженного газа и устраните оставшихся инженеров. Ну вот так вот. Грим, я на земле. Иду к сбитому вертолету. Сэм, котики под плотным огнем с земли. Инженеры? Да, спецназ в ловушке. Не знаю, сколько продержится. Спецназ в ловушке. Спецназ. Опа. А вот и я, третья сторона. Я свой. Меч. Хаос. Да. Откуда ты знаешь отзыв? Если ты передумал стрелять, не тыкай в меня стволом. Я пришел помочь. Нам помощь не нужна. Да, по вам не скажешь. Откуда ты взялся? Сам по себе. Вам приказали зачистить терминал? Нас послали остановить танкер, но было поздно. Мы прибыли после столкновения, наткнулись на противника. Так, понятно. Это все лошары. Покажи, бать, черепушку свою. Так. Ну давай, давай. Внутри терминала слышна стрельба, Сэм. Думаю, тебе как раз туда. Да я знаю, что мне туда. Вот и все. Мы заставили его удирать. Так. Где ты? Покажи череп. Сюда. Сюда-сюда идем. Ой, а я помню этот терминал, если не ошибаюсь. Это начало игры было здесь. Сэм, противник атакует спасателей. Выхожу. Грим, найди мне их лидера. Ай-яй-яй-яй. Так, а как тут? Сюда? Куда? Блин, помощь ей. Так. Залезли. Пойдем, 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 пойдем. Оп, оп. Встречи множественный противник. Да я видел его только что. Настоящий лабиринт. Прими к сведению. Само собой.
И вот здесь вот. Так. Нет, не внизу. Я почему-то думал внизу. Он убит. Так. Внизу, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, оставайтесь там. Что, котики? В порядке, жду врачей, иди дальше. А я тебя даже и не заметил, представляешь? Сидит тут помехи, помехует. Ладно. Идем далее. Так, подожди, почему у меня трикоптер? Вот так хотя бы. Вот так. Ай-яй-яй. Грим, ориентиры. Тихо-тихо-тихо. Впереди пожарная станция. Там спасатели под обстрелом. Пожар выходит из-под контроля. Нейтрализуешь всех инженеров, чтобы пожарные могли заняться своим делом. А куда это ведет? Шахта? Так. Блин, нифига его там тряхануло-то. Такс. Вот так, отстрелялся я. Что там? У пожарной станции чисто. У тебя? Ищу лидера инженеров. Держи в курсе. Давай. Смотрим. Есть раненые, не меньше семи. Код 10. Под пулями мы не можем кушить. А, вот так вот можно, да? Тихо-тихо. Сэр. Чуть не перед... по вам можете стрелять не начал. Спасибо вам. Теперь успеем всех эвакуировать. Должен быть способ остановить пожар. Газ течет в огонь. Сэм, если добежишь до терминала, Чарли сможет обрубить подачу газа. Давай, будем пробовать. Опа. Нет, сюда. Давай, ползи. Потом сюда. Якс. Вот такая небольшая головоломка. Головомойка, что ты сказал. Давай. Опа. Ничего. Страшного. Давай, ползи. Сэм, я подключился к переговорам инженеров в терминале. Хочешь послушать? Давай. Соединяй. Прикладывай. Сохранение в порядке.
Подожди. Пленных не брать. Ага. Спокойненько. Я в здании терминала. Отлично. Аппаратная на верхнем этаже. Так, непрерывная стрельба. Можем пройти? Сможем. Сюда. Сюда. Давай, давай, давай. Вот так. Я в аппаратной. Пока нормально идем. К основному терминалу. Используем удаленный доступ. Ну используй, используй, давай, сам. Момент. Да, все готово. Ты молодец, Чарли. Теперь я контролирую все. Свет, двери, безопасность. Стоп. Кажется, я нашел лидера. Он переоделся парамедиком. Даю координаты. Иду. Ладно. Так, вход и выход один, да? Открываю дверь, это ближайший путь. Не расслабляйтесь, теперь инженеры знают, что мы здесь. Прикрою. Так. Понятно, Сэм. Включилась система контроля газа. Закрыть сонду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Пока нормально. Снайперов-то, надеюсь, нету. Осталось всего лишь пару метров. Ну твою ж мать-то. Я-то думал, он здесь. Черт! Все системы заработали. Похоже, они отбили терминал. Блокировать зону! Особенно восток. Держите меня в курсе. Вперед! Лидер должен быть в поле зрения, Сэм. Да я вижу. Я пошел. Он пытается сбежать. Я за ним. Давай. Блин. Потратил только зря. Ну куда? Куда ты бежишь? Сэм, я могу закрыть ворота впереди, мы его поймаем. Давай. Извини, Сэм, могу открыть их снова, но нужно время. Поищу другой путь. Так. Давай, вот. Так я понимаю, он сам его должен поймать. Говори! Ты опоздал! Что вы? Ну, конечно, убить! Нет, не надо! Вот и все. На нашу счету пополнение. Какое у тебя пополнение? Загрузка, да. Связь с президентом есть? Еще нет. Есть новости от котиков. Они в порядке. Заправляемся. Взлет через 20 минут. Эй! Выполнено. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!